Рядом со мной Арина Чижова, исполнительница. Также Арина пишет песни. Арина, добрый вечер. Здравствуйте. Арина, вы сегодня у нас будете на сцене. Что вы исполняете, какие песни? А сегодня я буду исполнять свою песню, которая называется «Отражение». Как вот идея песни у вас родилась? Что вас вдохновляет? Любимые места, любимые люди? Меня вдохновляют люди. Мне очень нравится изучать внутренний мир людей. И для меня это настоящее искусство. То есть здесь проявляется мое творчество. Я вижу красоту, эмоции, я могу их выражать. И я надеюсь, вам понравится, вы оцените, потому что это достаточно такой непростой вид творчества. Да, пока что очень сложно понять, какой именно это жанр. Вот. Но мне очень главное передать то, что чувства, какие чувства несет данная композиция. Арина, вот вы не первый раз приходите. Какие у вас эмоции от этого шанса? У вас здесь друзья, может быть, атмосфера нравится? Я просто обожаю этого шанс. Конечно, нашего замечательного Александра, нашего видеооператора. Это просто солнце. И я всем рекомендую, девочкам, которые хотят раскрытия, раскрыть себя, обязательно прийти на этот замечательный проект, который дает действительно шанс изменить свою судьбу и начать творить. Спасибо. Что вы пожелаете всем тем, кто сегодня здесь собрался, как гости, как новичок, так же, как вы давно сюда приходят? Какие пожелания? Я желаю творить. Творите, несите свет и любовь, несмотря ни на что, в любой ситуации.